Сегодня в 8 утра в России стартовали выборы президента. До 17 марта включительно жители страны будут голосовать за своего кандидата на пост главы государства. В городском округе Люберцы открылось 173 избирательных участка. За процессом и легитимностью следят наблюдатели, а охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции. Голосование проходит традиционным способом. Избиратели получают бумажный бюллетень, делают в нем отметку за кандидата и опускают в ящик. Жители округа, которые не могут посетить избирательный участок по состоянию здоровья, имеют возможность проголосовать на дому. Сделать свой выбор можно и онлайн. Избиратели, которые успели до 11 марта подать заявление на портале госуслуг, могут принять участие в дистанционном голосовании. Оно продлится до 20:00 17 марта.